Такая вещь, как брак, женитьба, оно в своей основе является одной из составляющих счастья. И Аллах Субхана ва Тааля, Он об этом говорит в Коране. Он говорит: «Ва мин аятин халака лакум мин анфусикум азваджан литаскуну илейха, ва джааля байнакум маваддатан ва рахма, инна фи залика лааятин ликауми йатафаккарун». Из знамений Его то, что Он создал для вас, из вас самих, супругов, и сделал в них для вас успокоение, устроил между вами любовь и милость, и поистине в этом знамение для людей, которые размышляют. Аллах Субхану ва Тааля говорит для нас, супругах наших, три вещи. Спокойствие, успокоение, раз, любовь, два, рахма, милосердие, три. Разве эти три вещи не являются незаменимыми составляющими счастья? И достаточно, чтобы понять, насколько это великая милость, брак, женитьба, то, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам. В этом хадисе из него мы понимаем, что это милость, за которую нужно благодарить Всевышнего. Сказал он: «Фаялька л'абду раббаху», и встретит раб своего Господа. «Фаякулу Аллаху аляму кримка ва усавидка ва узавиджика ва усаххир лака лхайла валь ибель, ва азарка тарасу ва тарба». Скажет Аллах своему рабу: «Разве я не оказал тебе честь? Разве я не сделал тебя предводителем? Разве я не женил тебя? Разве я не подчинил тебе коней и верблюдов? Разве я не позволил тебе быть руководителем, главенствовать, не испытывать никаких сложностей?» «Факулу баля я раб». И этот раб скажет: «Конечно, мой Господь, это так». И тогда скажет Аллах Субхана ва Тааля ему: «Афазананта аннака муляки». Ты был убежден в том, что ты встретишь меня? И он скажет: «Нет». И тогда будет сказано ему: «Инни ансяка кама наситани». Я предаю тебя забвению так же, как ты забыл меня.